Бесплатная школа Архангела Михаила. Сегодня я хочу спросить тебя о диете. Расскажи, пожалуйста, Архангел Михаил, что такое диета и нужно ли ее придерживаться, и как часто на нее нужно садиться или там не садиться. Что ты скажешь по этому поводу? Диета – это слово, подразумевая под собой некий закрытый смысл. Это как бы уже одна из составляющих лечения при заболевании. Значит, когда человек применяет диету, то он считает, что болен. Я не имею в виду сейчас вердикт врачей, когда действительно при язве, например, запрещают пить спиртное, например. А вот когда именно человек сам принимает решение, взять какую-либо манеру питания, то подсознание включает автоматический механизм, что ты заболел. И поскольку болеть все время никому не хочется, случается выход из этого питания, поскольку организм вместе с подсознанием говорит человеку, что все, ты уже выздоровел. И, понятное дело, начинается радость по поводу выздоровления, а значит и возврат к привычному питанию, да еще и примесь праздника всегда подразумевает какие-либо вкусняшки и так далее. Это я тебе описал, как работает диета и почему никто не может сидеть на ней вечно. В этом вся причина срывов, откатов и так далее. В чем же отличие диеты и питания, которое принесет баланс организму в виде стройного и гибкого тела? Когда приходит осознание того, что с телом что-то не так, ты видишь лишний вес или наоборот его недостачу, нужно просто поговорить с телом напрямую. Беседа происходит следующим образом. Ежедневно на рассмотрение предоставляется одно блюдо или продукт, который съедается обязательно натощак. Тогда ты сможешь прочувствовать все, что скажет тебе в ответ твое пищеварение. И в ежедневнике описать, как ты себя чувствовал. Продукты, которые прекрасно подходят, находят общий язык с твоим организмом, взять за основу в своем рационе. Не исключены добавки в виде всевозможных соусов и неожиданных каких-то предложений, но они на фоне того, что договор с организмом подписан, и ему легко. Все, что вызовет отторжение, будет прочувствовано сразу. Это определенный труд, но оно того стоит, поверь мне. Когда питание выстраивается по контракту, происходят чудеса. И я имею в виду, что затем непонятным для тебя образом балансируется также количество потребляемой пищи и приход твоего тела в самую лучшую форму, которая только возможна для твоего биокостюма. Благодарю тебя, Архангел Михаил. Очень нужный был сегодня ченнелинг. Благодарю тебя. Приняла Оксана Камяна.